Привет, меня зовут Катя, я ищу брендовую винтажную одежду в секонд-хендах. И сегодня я покажу свои находки с завозом магазина Мегахенд. Одежды было очень-очень много, и я нашла наконец-то ту вещь, которую я искала уже несколько лет. Льняную белую рубашку от Ральф Лорена. Следующая находка порадовала не меньше. Это платье из шелка и хлопка от бренда Каролина Эррера. Это, кстати, моя первая находка от данного модного дома. Следующая покупка уже была для моей постоянной заказчицы. Это льняные брюки от бренда Стефанель. Крой, цвет, ткань. Просто идеальные базовые брюки на лето. Новые сандали с плетеной подошвой я тоже взяла для одной из заказчиц. И заключительной покупкой сегодня стала эта ярко-зеленая сумка итальянского производства из очень плотной кожи. Практически каждый день я бываю в секонд-хендах и показываю свои находки оттуда, а также делюсь своими знаниями относительно брендов, натуральных тканей и о том, как выгодно покупать качественную одежду. Подписывайтесь, будет интересно.